Юрий Луценко политик. И как политик он обязан будет обеспечить себе политическое будущее. В случае, если он не достигнет никаких результатов, он уйдет в небытие. Он действительно отправится на свалку истории. Я знаю немного Юрия Луценко, могу сказать, он амбициозный человек. Он человек, который любит достигать каких-то результатов. Поэтому можно действительно дождаться, как говорит Виктория, 100 дней, одного месяца, 10 дней, недели, неважно. Но надо увидеть результат в ближайшее время. Этот результат лежит на поверхности. Есть дело бриллиантовых прокуроров. Абсолютно. Раз. Есть дело Майдана. Два. Есть еще масса резонансных дел. Эти дела лежат на поверхности. По этим делам будут судить о качестве нового генпрокурора. И если результат действительно будет показан, то слова кум-президента, глава фракции БПП, уйдет в небытие.